7 апреля – Всемирный день здоровья. Традиционно этот праздник отмечается повсеместно, и Казанский федеральный университет принимает активное участие в проведении этого праздника. Так, на протяжении всего дня во всех спортивных комплексах университета можно найти интерактивные площадки. Добрый день. Здравствуйте. Измерить уровень глюкозы в крови, обсудить проблемы с психологом, измерить давление – все это и многое другое можно сделать в культурно-спортивном комплексе «Уникс», где расположилось сразу несколько зон активного времяпровождения. Помимо выездного медпункта, где студенты и преподаватели смогли пройти диагностику своего здоровья, для всех гостей было проведено множество спортивных мастер-классов. Это занятия общей физической подготовкой, зумба, а также растяжка спины. Для всех любителей футбола состоялись состязания в формате «Фиджитал». Департамент молодежной политики сегодня проводит акцию, где наши студенты могут поисследовать свое здоровье, узнать актуальное состояние психологическое, тестирование какое-то пройти на профориентацию, также измерить глюкозу, то есть узнать, какой уровень сахара в крови. Также у нас сегодня предусмотрена лекция от офтальмолога, потому что это очень актуально на сегодняшний день, такая проблема. Учатся студенты много, в телефонах сидят очень много, поэтому поисследовать, на каком уровне сейчас их зрение находится, это очень... Я очень рада, что в КФУ проводят данное медобследование для студентов, так как сейчас можно узнать состояние здоровья, и это очень важно в наше время. На самом деле я впервые принимаю участие в подобного рода соревнованиях, потому что до этого максимум это наш мини-футбол, там спартакиада, ССКА. А в этом году устроили такой турнир, и очень прикольно играть смешанными командами, потому что мы все равно между собой общаемся с мальчиками, а тут вместе выйти на поле. И безумно благодарю наших мальчиков за то, что они нас так поддерживают, помогают, и все отлично проходит, мне нравится такой формат. Спортивные эстафеты всегда пользовались популярностью среди студентов. Так, в спортивном комплексе «Москва» для учащихся Казанского университета состоялись спортивные состязания с различным спортивным инвентарем. Обручи, скакалки, баскетбольные мячи. Соревнование было проведено для девочек, которые поделились на команды. Ну, данный праздник, я считаю, очень важный, потому что наших студентов это стимулирует на занятия именно физической культурой, чтобы они проходили полноценно, для них, чтобы это приносило большую пользу для здоровья, для здорового образа жизни. И также это все очень повышает эмоциональный фон студентов всех и стимулирует, скажем так, дальше идти на учебу с хорошим настроением. Я считаю, что для студентов очень важны такие мероприятия, потому что это отличная возможность отвлечься от мысли об учебе. И мы были очень приятно удивлены, когда пришли и нам сообщили о проведении этого мероприятия. Отмечается День здоровья с 1950 года. Ежегодно этот праздник посвящается различным темам. В 2023 году праздник носит второе название «Здоровье для всех». Аделина Абдрахманова, Фарид Захитоглы, Универньюз. We'll be right back.